Смотрите, там еноты. Куда ты пришла сегодня? В зоопарк. Настоящий зоопарк какой-то огромный. Вон еноты живут на природе. Догоняем всех. Будем с вами делиться нашими сегодня приключениями по зоопарку. Вон, посмотрите. Какой у них тут городок, да? Смотрите. Вон тут трубы какие-то, смотри, они по ним лазят. Смотри. Да ладно. Я не поверила. Близко тогда. Ага, привет, привет. Он хочет кушать. Ой, какой язычок. Мелман или как они в Мадагаскаре этого? Ну, она такой сразу же с языком смешной. Симпатюлька. Все вытрывают листики. Хотят кормить. Я тоже хочу. Я не верю, ребята, они мне говорят, что здесь слон. Это слон. Я думала, здесь слон. Лошадками пахнет, но это оказался он. Кто? Слон, слон. Шипы, чтобы не вышел. И бегемоты еще, что ли? Под березкой слон. Вот это картина, да? Слон кушает под березкой. Круто. Не верю. Аня сказала, что здесь бегемот. Круто! Я бегемота, например, тоже никогда не видела. Пишите в комментариях. Ребят, вы видели когда-нибудь бегемота? Ёж, чего? У него тут есть... Вау, какой хорошенький! Я никогда в жизни не видела бегемота. Он уже всю травку тут съел. Смотрите. Бегемоты разбрызгивают полёты. Да, это они так метят территорию свою. Для этого хвостик и существует. Пойдем посмотрим, кто там еще есть. Ой, смотрите. А чего она не вылазит из воды? Ну, плавает. Как, под водой, что ли? Да. Это крокодил. Так много? Крокодил. Крокодил? Может, ладно, это... он еще может. Вот, ребята, там кто-то под водой. Это крокодил. Аня, ты бы хотела когда-нибудь покататься на слоне? Крестная твоя каталась. Он уже, походу, наелся. Палочки какие-то. Это они своим хоботком щупают. Что они могут скушать? Смотрите, ребята, кого мы нашли. У нас как раз в коляске был хлебушек. Птички тоже кушать хотят, да? В зоопарке и птичек, и животных можно покормить. Вон сколько их. На, на, еще крошечки. Вон, говорит, спасибо, спасибо. На. Ура! Да! На еще. Оп. Что-то птичкам, что-то себе, да? Ого, сколько всего дедушка нам заказал. Дед и баба, да? Вкусняшки сколько. Опа. А что это такое? Ну, это... Ролтон? Или нет, что это облепиховый чай. А, да, прикольно. Тихон любит облепиховый чай. Блинчики какие-то аппетитные. Ну, Аня сейчас видит вкусняшку. Всего приятного аппетита. Как же к нему ближе подобраться? Как он красиво травку кушает. А вон там еще кто-то, смотри. Кто там, лев, жираф? Тоже жираф! Там еще вон где далеко. Пойдем сейчас поглядим. Кто-кто там? Кенгуру! Кенгуру! Да ладно!
Точно. Вот, кушают, как аппетитно. Ну вот, маленькие сидят. Тенечки отдыхают. Да, ну пойдем посмотрим. Что-то папа уже подустал. Давай, Коня, давай. Уважаемые посетители, опа. До закрытия зоопарка осталось 15 минут. Вот мы как раз. Да.